В Ульяновске завершился региональный этап фестиваля «Студенческая осень» среди профессиональных образовательных организаций. Владимир Ульянин учится в Димитровградском техническом колледже. В фестивале участвует уже четвертый раз, каждый год в разных амплуа. В этот раз он выступил в роли хореографа и сценариста. Готовилась команда колледжа ускоренными темпами. В сжатые сроки подготовили реквизит, придумали танцы, написали сценарий, смонтировали видеоролики. Где главный герой перемещается по параллельным вселенным и изучает мир, познает для себя что-то новое и пытается исправить свою жизнь. Изначально он недотёпа, весь неопрятный, все из рук валится, и постепенно по путешествиям по вселенным он исправляет свою жизнь, находит любовь, избавляется от вредных привычек и познает, что такое дружба. На сцене все участники показывали постановку длительностью до 25 минут. В нее входили и танцы, и песни, и небольшие сценки. Участников фестиваля приехали поддержать близкие, друзья и однокашники. Зрители светили фонариками и горланили кричалки. И тема этой студенческой осени была «Предел без предела». Совершенно разные постановки, но они очень четкие, очень интересные о проживании различных жизней, как в науке себя ведут они, как они работают с какими-то научными опытами. Некоторые ребята даже показали сегодняшнюю ситуацию о том, как они проживают ее и проносят через себя, которая сейчас есть у нас в нашей стране. Очень интересные и творческие номера были на сцене. В этом году впервые на всероссийском уровне прошла студенческая весна среди профессиональных образовательных организаций. Местом проведения был город Челябинск. Масштаб этого мероприятия показал, необходимо развивать данное направление. Я уверен и убежден, что это мероприятие не зря появилось, поскольку такая, так скажем, категория молодежи, которая обучается в профессиональное техническое образование получает, для них также необходимо и важно проводить творческие мероприятия, как и для студентов образовательных организаций высшего образования. Победителем регионального этапа стала команда из Димитровградского технического колледжа. Вторыми стали студенты Ульяновского авиационного колледжа. Бронза у Ульяновского техникума железнодорожного транспорта. На всероссийский этап представлять Ульяновскую область уедут лучшие ребята из числа финалистов. Напомним, что на прошлом конкурсе наши участники привезли высшую награду Гран-при. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.